Был в моей жизни сон. Сначала он был у мамы, она увидела, как она уходит из онкоинститута и больше никогда в него не возвращается. Он материализовался через час. Она проснулась и точно так же спускалась по лестнице. И сказала: «Дочь, это существует. Я донская казачка, меня никто не переубедит в том, что есть что-то волшебное». Был день и час, когда я в полудреме проснулась днем, и я точно была на том свете. Я видела арки с высокими потолками, я видела отвернутых людей, я видела Ленина, Высоцкого, я разговаривала с ними, и он до такой степени потряс меня, что я находила литературу, я читала, мне пришлось из самолета полететь в Америку, я потом нашла педагога из Израиля, я закончила высшую школу, древнюю еврейскую школу образов, я теперь умею заходить и выходить, я могу ходить во сне, я могу загадать сон. И с тех пор я стала психотерапевтом. Это был одним из переломных моментов в моей жизни. Сон и явь, кто знает, где между ними грань.